Скинуть лишние килограммы, обрести форму и зарядиться позитивом. Пожалуй, декабрь – самый динамичный месяц тренировок и диет. Ведь в Новый год, который совсем скоро, хочется войти легкой грациозной походкой уверенного в себе человека. Причем у саянцев востребованы все направления фитнеса. Кардионаправления, силовые направления, функциональные направления, спецнаправления. В общем, всегда есть выбор, куда пойти. Значит, также у нас есть и персональные тренировки, самые ходовые тренировки, это топовые тренировки, такие как вот Iron, это бодипамп. Вот сегодня, допустим, у меня тренировка на 7 часов, это будет бодипамп. Это классная силовая тренировка, ее нет ни в одном клубе нашего города, только у меня. Это релиз, она подходит уже людям подготовленным, потому что, которые занимаются не меньше уже года фитнесом. Но она на самом деле очень классная, результативная, ее просто обожают люди. Бодипамп – это набирающая популярность силовая аэробика. Заниматься можно и мужчинам, и женщинам, подбирая вес с учетом своей выносливости и поставленных задач. Состоит комплекс из упражнений на все группы мышц, выполняются которые в активном темпе. Удачный симбиоз аэробной и силовой нагрузки делают эту программу суперэффективной для сжигания жира и укрепления мышц. Предназначены такие тренировки, которые развивают выносливость и силу не для набора мышечной массы, а для проработки рельефа, формирования сухого, подтянутого тела.